Всем привет! Мы продолжаем играть в FF17, карта Farm Dwarfs, и вы смотрите 11 серию по данной игре. Сегодня мы будем заниматься продажей, именно продажей всего, что у нас есть, все, что мы сделали в серии и за кадром. Как вы видите, у нас есть, смотрите, небольшое здесь количество тюков. Также вот здесь несколько, и есть доски, которые мы заготовили на лесопилке. Ну и, собственно, давайте я вам объясню все, что здесь произошло за кадром. Дело в том, что мы, скажем так, прорвались вперед, как, скажем так, прорыв сделали. Дело в том, что за кадром я очень много поработал. Вот, вы можете видеть, у меня уже есть прицеп для тюков. Вот, ну и, собственно, сами тюки уже складированные. Давайте я сейчас погоню трактор. Его подгоню вот сюда, чтобы он уже загружал тюки. Вот, его можно оставить здесь. Значит, что, собственно, производилось за кадром? За кадром, как можете видеть, смотрите, я вам сейчас кое-что покажу. Вот, вы видите, да, вот эти поля, которые не в нашей собственности, но с индикатором удобрения. Вот эти все поля я обрабатывал. Ну, в плане того, что я работал на наших других фермеров, при этом зарабатывая какие-то деньги. Заработав деньги, я прикупил, значит, такое оборудование, как вот этот вот прицеп для тюков, также прицеп для животных и вроде бы как что-то еще я там не помню уже, что я сделал, но в итоге вышел в плюс. Вот, прикупил вот эти, вот это оборудование, и опять же ушел в минус, так как у нас было уже сколько, 23:30, в итоге в полночь у нас уже не минус 30, а минус где-то около 50 тысяч сбросили, потому что 30 тысяч у нас получается за животных обслуживание идет, ну и уже сама аренда там где-то около 12, ну и проценты по кредиту, в общем, в общей сумме где-то около 50 тысяч. Вот, сумма довольно таки большая, уже потихонечку растет, поэтому я думаю, нам нужно как можно быстрее выходить в плюс и сдавать технику обратно и покупать себе свою собственную. Это что касается техники. Сейчас мы отвозим вот эти тюки на продажу. Буквально все тюки будем продавать. Вот, я постараюсь выйти сегодня в плюс и также прикупить, даже не купить, а взять в аренду. Да, мы пока все берем в аренду, потому что это дешево, но и временно. Значит, хочу взять в аренду прицеп тоже для тюков, но уже с автозагрузкой, потому как на том прицепе можно возить и сами тюки, ну и сами бревна. Подождите, тюки, доски, палеты, ну и, в общем, все различные поддоны. Вот, поэтому я хочу его прикупить. Там и сама другая вместимость получается где около 20, да, не то, что у нас здесь 8. Уже можно будет побольше возить. Посмотрел, что можно сделать с нашими животными. Прикупил я прицепчик специальный для перевозки животных. Поехал на нашу свиноферму, загрузил 9, получается, 8 или 9 свиней, я уже не помню, сколько там вместилось тогда.
Вот, и поехал я на продажу. На продажу, потому как на мясокомбинате, на котором мы планировали сдавать животных, там, оказывается, видимо, только принимается, скорее всего, коровы. Вот, хотя не написано, что именно коровы, а написано просто животные. Вот. По всей видимости, только коровы, и свиней мне пришлось отвезти на продажу от поставщику животным. Ну и в итоге каждая свинья по 3000 получилось. Вот. Как-то так. Там осталось еще где-то 10 свиней сверху, поэтому их мы тоже сегодня продадим. Тюки мы продаем и палеты с русскими. Вот эти три продукции мы сегодня будем продавать. Так, отлично, смотрите, уже сразу минус 8, не минус, плюс 8 тысяч. А то, что насчет уборки полей у наших фермеров, здесь тоже было сделано немножко по-хитрому. Ну как по-хитрому? В принципе, ничего читерного. То есть я работал, просто вместо того, чтобы мне самому это делать, я ставил на косплей. То есть беру задание. И, так, погодите, нам еще дальше. Беру задание, допустим, какое-то там по удобрению поля или та же уборка, или, в общем, любое задание, но желательно поле какое-то, скажем так, более-менее квадратное, либо более-менее такой, скажем так, кругловатой формы, да? То есть, чтобы не было вот... Давайте я вам покажу. Ну, например, Г-образные, да, вот чтобы не было вот таких вот, вот такого типа, например, кова как 48-е. Желательно вот какие-то круговые, вот, допустим, 79-е, 49-е, вот здесь еще можно работать. Я имею в виду самому курсплею. Вот. Ставил курсплей и, в принципе, сворачивал игру. Занимался своими делами. А тем временем работник, в принципе, работал. У нас получается довольно-таки длинный путь от продажи, смотрите, от самого сарая вот до вот, где у нас сложены все тюки. Вот поэтому я и хочу взять тот большой прицеп, чтобы как можно меньше вот таким вот образом ехать туда-сюда.
Так, забираем еще одну партию. Так, у нас здесь получается еще раз, два, и вот еще небольшое количество тюков. Но эти тюки, наверное, мы, скорее всего, оставим. Когда у нас уже будет немножко побольше, мы, чтобы, ну, туда-сюда не ехать. Сами понимаете. Также я планировал, как я вам сказал в прошлой серии, на некоторых полях маленьких хочу засеять траву. Но чтобы засеять траву там на постоянно, там желательно те маленькие поля, их пропахать нужно. Вот, а плуга у меня нет и купить пока не могу. Следовательно, как только выходим в плюс, желательно, значит, прикупить прицеп. Возможно, какие-то косилки новые для того, чтобы быстрее косить траву, так как у нас лугов уже будет, скажем, больше, чем сейчас. Ну и, в принципе, то оборудование, которое я говорил. А, и нам надо будет еще, скорее всего, какой-то опрыскиватель прикупить. Вот. Это для удобрения полей. Жидкого навоза у нас полным-полно, но и жидких удобрений. Тоже девать некуда. Продавать их, в принципе, не очень выгодно. Зато выгодно будет на наши поля это все использовать, что называется. Также, как вы помните, кажется, в предыдущем видео мы смотрели цену на доски. Было где-то, мне кажется, где-то 780, и цена была буквально красная. Вот сейчас же, если посмотреть на цену, то мы увидим наоборот такой вот прирост, причем значительный. Смотрите, 1128, это уже хороший показатель. Следовательно, конечно же, мы продадим часть, даже не часть, можно продать все, что у нас есть на складе, пока цена хорошая, почему бы и нет. Вот, ну а потом посмотрим, может быть, и будет какой-то большой спрос, либо что-нибудь еще. Слушайте, а на этой карте мне, я так понял, что нету точки продажи именно для деревьев, да? Это потому что я не нашел. Вот, искал, хотел продать, ну, чисто как бревна, продажа бревен. Может быть, надо было посмотреть мне на этой самой железнодорожной ветке. Там где-то должно быть. Вот там я не смотрел. Я искал, ну, например, может быть, как даже не лесопилка, а продажа бревен, что-то типа такого. Ну, в итоге не нашел. Так что, если вы знаете, подскажите, напишите мне, где конкретно находится вот эта продажа. Но мы с вами тем временем уже вторую партию привозим и уже продаем. О, смотрите, уже осталось всего да ничего. Как раз вот привезем еще одну партию, выходим в плюс, и остается продать доски. И еще, оказывается, можно будет продать свиней и неплохо так заработать. Поэтому встречаемся с вами, когда я уже привезу третью партию, и, в принципе, будем их также продавать.
Итак, это у нас уже тем временем третья поездочка. Вот, давайте продаем. Посмотрим, сколько у нас в плюс. Так. Всего лишь 404. Ничего, неплохо. Уже хорошо, что вышли хотя бы в плюс. Покрыли все расходы. Так, сейчас мы едем с вами ближе где-то к магазину. Или же давайте сделаем так. Переключимся на другой трактор. Там, где у нас прицеп с животными. Сейчас я где-нибудь здесь припаркуюсь, чтобы никому не мешать. А давайте прямо вот сюда заедем. А, так мы, кстати, как раз там, где нам и надо. Это же у нас наш свинарник. Так что как раз здесь мы с вами и припаркуемся. Кстати, а что у нас здесь? Это у нас такое, видимо, складское помещение. Хорошо. Ну, вот, собственно, прицеп, о котором я вам говорил. Здесь наши свинюшки. Так, посмотрим, сколько у нас. О, цена растет, отлично, смотрите. Хорошо идет. 1010. Помните, да, было 1019. Я 9 штук продал. Вот, ну и сейчас тоже продаем 9 штучек. В итоге плюс 27 тысяч, кстати говоря, мы получим по 3 тысячи за каждую свинью. Так, нам нужно, получается, опустить прицеп и открыть. Так, это у нас загрузить. 9 штук. Подтвердить. Да. Отлично. Поднимаем. Закрываем и поехали. Ехать мы будем, значит, на... Так, нам надо выйти тогда, получается, на общую дорогу нашу. Так, ну и после продажи животных можно хорошенько так закупиться в аренду, скажем, какими-то оборудованиями, которые мы планировали себе. Но и уже нормально, в принципе, работать. Это у нас дорога, которая ведет в магазин, и также здесь же наш поставщик находится. Как раз, кстати говоря, рядом с магазином. Вот, собственно, и он. Так, нам нужно как-то развернуться, чтобы попасть к нему. Так, стоп. Ну, собственно, как-то так. Так, продать. А, погодите, 10 тысяч. 10 тысяч. А, мы что, продаем? Так. 5. А, по 1200. Погодите, а что это мне? А, по 3000 мы берем. А я что-то подумал, что... Ну, ничего. И то хорошо, уже в плюс. Так, переходим с вами в магазин. Так, во-первых, что нам нужно? Нам нужен вот такой вот прицепчик. Это обязательно. Можно, желательно, в принципе, вот такой.
хотелось бы. Но здесь нужен тягач. Так что пока берем вот такой вот. Так, аренда. Да. Так, далее. Плуги. Плуги мы, наверное, возьмем. Так, это у нас получается 85 лошадиных сил. А у нас трактор 88. То есть вполне нормально. Вот этот уже ему будет тяжеловат. Так, а у нас здесь есть еще вот такого типа. Но это очень тяжелые. Тяжелые, так, 170. Вот мне бы вот такие вот прикупить желательно. Вот, поэтому, наверное, мы возьмем вот эти штуки. Возьмем мы их где-то, сейчас я вам скажу. Скорее всего, где-то 3 штуки. Или 2. Давайте хотя бы 2. Хотя бы 2, чтобы у нас уже работа тем временем пошла быстрее. Так, вроде бы все. Если что, в принципе, я докуплю остальное за кадром. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Мы сделали небольшой прорыв, это хорошо. Уже, скажем так, у нас есть какое-то оборудование в собственности, более такое современное. У нас работа уже пойдет намного быстрее. Вот, поэтому увидимся с вами в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оценивайте видео и всем пока.